Компания «Меди» Германия – один из мировых лидеров по разработке и производству медицинских компрессионных изделий, ортопедических изделий и ортопедических стелек. В российском подразделении компании «Меди» работает более 200 человек. Главными ориентирами в работе компании на протяжении многих десятилетий остаются высокое качество продукции, инновации и максимальное удовлетворение нужд конечных потребителей и партнеров по бизнесу. Внедрение в MediRus интересно тем, что участвуют практически все модули системы и все бизнес-процессы заказчика. До прихода в компанию MediRus у меня уже были успешные опыты работы с Bittrex 24. Когда я пришла в компанию, то попросила сделать менеджеру по продажам фото дня. И мы увидели, что, по идее, наши менеджеры очень мало звонят и напоминают о себе нашим постоянным клиентам. Некоторые руководители отделов сказали, что они скачали бесплатную версию и пользуются ею для себя, поэтому у нас не возникло вопроса, какой CRM мы будем пользоваться. Для перехода работы менеджеров в Bittrex 24 необходимо было сделать интеграцию с 1С управления торговлей. Мы использовали свой собственный разработанный модуль обмена, который позволяет вести двухстороннюю интеграцию любых сущностей между Bittrex и 1С. Обмен производится автоматически в онлайн-режиме. Мы выбрали один отдел, отдел развития, обучили его, как ставить задачи. Они боялись что-то сломать, что-то новое, что это будет дополнительной какой-то нагрузкой в их работе. И уже через какое-то время поняли, что они не только внутри себя ставят отдела задачи, но задачи ставят и в другие подразделения. Рекомендуется начинать с простых вещей. Задачи, чаты, проекты. Всегда можно отследить момент, когда сотрудники заказчика реально начинают пользоваться внедренным функционалом. В этот момент возрастает количество обращений в техподдержку. Гораздо хуже, если таких обращений нет. Это признак того, что пользователи не стали работать в системе. После внедрения Bittrex мы стали отслеживать объем выполняемых задач, а также объем запросов, исходящих от других отделов и подразделений. Это позволило нам автоматизировать процессы или передать процессы в другие подразделения, более подходящие. Что происходило с клиентом? Телефонные встречи, звонки, письма, переговоры, послушать, о чем идет разговор, как он идет. Без управления всеми этими процессами успех современной компании в современном мире просто невозможен. У нас есть один процесс, где раньше мы носили на бумаге в другой отдел, мы не могли отследить сроки. Сейчас в данный момент все это учтено в виде задач. Мы можем отследить срок и предоставить срок получения данного товара нашему клиенту. Для меня критерием эффективности работы Bittrex стал процесс оценки выкладки наших изделий в салонах партнеров. Раньше для того, чтобы оценить эту выкладку, мне приходилось работать сразу в нескольких системах, визуально оценивать файлы, расположенные в разных папках, сводить их воедино. Сейчас в Bittrex этот процесс оптимизирован, и непосредственно из Bittrex ставлю задачи своим коллегам и, конечно, делаю нашу работу максимально эффективной. В компании MediRus мы развернули коробочное решение Bittrex 24. Эта версия позволяет выполнить любую бизнес-задачу клиента с помощью разработки. Мы выполнили разработку, изменяющую стандартный интерфейс проектов в Bittrex 24. Мы добавили структуру компании в интерфейс каталога проектов. Что-то мы выгрузили с 1С управления торгов, что-то взяли из Excel-евских файлов. И создали в карточке партнера клиента дополнительные поля и поставили задачу менеджерам по продажам, чтобы они переносили информацию ежедневно, как акты сверки, это дебиторская задолженность. Всю информацию полностью взаимодействия с партнером можно увидеть в карточке клиента Bittrex 24. Bittrex как раз позволяет реализовать самую важную функцию. Это сохранение истории и управление взаимоотношениями с клиентом. Менеджер не напомнил, клиент не вспомнил, и мы не получили закрывающий акт, там счет фактуры или еще что-нибудь. В данный момент мы сейчас внедрили такую систему, которая напоминает менеджеру. И это автоматизировано так, что пока мы документ не получим, менеджер будет постоянно напоминать клиент. А некоторые даже должники стали уже регулярно вовремя это присылать. Также мы разработали отчет «Контроль почты», чтобы смотреть, успевает ли менеджер отвечать на почту в течение 30 минут. Сейчас мы модифицируем стандартную карточку звонка, чтобы сотрудники могли внести в нее дополнительную информацию, а также поставить задачу на другого сотрудника прямо во время звонка. Очень хорошо, чтобы в Bittrex была возможность редактирования документа сразу несколькими пользователями. Почти не отличается от наших соцсетей. Собственно говоря, это просто. Да? Кто-то очень хорошо поработал. Нам нравится. Хотелось бы, чтобы все-таки сами разработчики больше слушали тех, кто с ним работает. Проект продолжается. С удовольствием могу отметить, что многие сотрудники компании уже не могут работать без Bittrex.